Z-ка валит и рулится, еще и после столкновения уезжает сама. Прямо сейчас ее чинят и готовят к топ-8. Все почему? Потому что Аркадий Цареградцев проходит дальше в топ-8. Данила Скоробогатов, который едет вместо Сергея Кабаргина, не то чтобы дал бой Гоче, а еще и после One More Time выиграл и также проходит в топ-8. Цареградцев Аркадий сейчас поедет с Джеймсом Дином в финал. Данила Скоробогатов уже на третьем месте. Кажется, полка в этом году очень интересная будет в Красноярске. Ребята, поздравляю, и по традиции давайте подведем итог. Мы красавчики, безусловно. Он красавчик, я неплохо поработал, Ванька талисманом поработал. Все чудесно. Спасибо, и увидимся на следующем этапе. Так точно. Yes.